Хто така успішна жінка та чи легко такої стати? Це питання цікавить практично всю прекрасну половину людства. Українки в бізнесі, які проявили себе не тільки на рівні нашої країни, але й далеко за її межами, ділилися історіями власного успіху. Розповісти про себе мали змогу і молоді початківці. Приміром, Олена Потопа, засновник бренду «Хелена Сей», Катерина Мартова, засновник і дизайнер української торгової марки жіночого одягу у Львові. Женщине всегда сложнее. Почему? Потому что женщина должна прежде всего уделять внимание семье, детям, мужу, дому. И только после этого она как бы считается, может уделить внимание бизнесу. Поэтому те женщины, которые участвуют в форуме «Украинки в бизнесе», они реализованы в семье, у них прекрасные, крепкие семьи, у них хорошие, поддерживающие их мужья, у них замечательные дети. И после этого они дали им силы и возможности, и вдохновение еще открыть себя и для бизнеса, и для общественных и политических проектов. Поэтому это очень знаменательно, что они будут делиться историями успеха с нами сегодня. Працелюбність зведена в ранг професіоналізму. Так бачить свій секрет успіху засновник і арт-директор салонів краси Лариса Румянцева. Як і в більшості успішних історій, все починалося з простої дитячої мрії та бажання втілити її у життя. Поступила я в училище наше, Одеське, СПТУ-35. Математика сказала, що тепер буде ковырятися в чужих волосах. Я говорю, да, мені це подобається, і я отримую огромне удовольствие. Училище я не могла закончить просто, я должна была обязательно с отличием, потому что моя любимая профессия не могла быть плохо оценена. Причем мне это было не для кого, просто для себя. Даже политэкономию, зачем она мне нужна, не знаю, я сдала. И был такой предмет электротехника, физику никогда не любила, но закон Ома для полной участки цепи я сдала полностью автоматом. Сама не знаю, откуда он всплыл, я его сдала и забыла навсегда. На подальшому професійному та життєвому шляху були і злети, і падіння, розповідає Лариса Румянцева. В результаті кропіткої роботи, цілеспрямованості та наполегливості жінка сьогодні салон Румянцевої – це бренд, відомий як в Україні, так і за її межами. Партнери салону – всесвітньо відомі марки «Шварцкоф» та «Лореаль». Учні та працівники Румянцевої – чемпіони і призери Європи та світу. Головне, у будь-якій ситуації залишатися людиною. Цього Ларису Румянцеву навчив власний життєвий досвід. І, безумовно, це чи не найяскравіший приклад успішності. Жінки. Ще одна історія успіху Світлана Чепелєва, засновник ювелірного салону у Краматорську. У досягненні мрії поєднувати побут та бізнес дуже непросто, проте результати роботи не можуть не радувати. Тим паче у сьогоднішній ситуації в країні від жінки залежить багато, впевнена Світлана. Если сегодня мы думаем о патриотизме, мы сегодня думаем о будущем наших детей, смотрим завтра, мы должны понимать, что какая наша страна, в которой мы живем сегодня. И вот, слава Богу, все задумались об этом. Поэтому я считаю, что роль женщины очень большая. Это как раз то, о чем сегодня было сказано, что одна половина человечества – это женщина, а вторая половина человечества – это те, кого она воспитала. Все у наших руках, головне їх не опускати. Для Світлани Чепельєвої це основний девіз життя. Розкриваючи секрети успішності, жінки зазначають, підприємність повинна бути в душі, плюс сила, воля, віра і, звичайно ж, професіоналізм. В першу чергу треба вірити в себе. Это вот то, без чего невозможно двигаться ни женщине, ни мужчине, неважно, потому что бизнес – это нелегкая штука. Вот. Нужно действительно соединять и семью, и личную жизнь, и какое-то развитие себя, и работу с сотрудниками. Если не будет уверенности в себе, да, вот в то, что ты можешь это сделать, в то, что это твое, то будет очень тяжело, и может быть даже не получится. Поэтому первое, да, это вот вера. Вы понимаете, успешная женщина – это та, которая сделала сама себя, без чьей бы то ни было помощи. И самое важное, мы сегодня проходим учебу, встречаясь друг с другом, рассказывая друг другу, кто чего достиг, кто чему научился. Мы обмениваемся опытом. И самое главное, мы смотрим, кто же придет нам на смену. Потому что в нашей стране каждая женщина должна быть непременно успешной. Успешно.